Снимаем видео спуска. С откуда спускаем? Что за гора? Гора Синюха. Гора Синюха. Высота 1600 метров над уровнем моря. 1600 метров над уровнем моря. Я просто перевожу, если ты не понимаешь. Так, и спускаемся мы в сторону озера Манжурок. Спереди у нас виднеется деревня Манжурок. Подъемник горнолыжный. Вокруг елки, сосны, кедры и много травы. Спереди, да, Манжурок? Это кубики разбросанные, да? Как будто цветные точки, да? Манжурок, Манжурок, Манжурок. Целый город, да, мама? Да, а вот видишь, теперь ветер-то дует-то. Вот почему они все закрыты-то были. Так, а что у нас там сверху? Сверху у нас тоже там тут что-то есть сверху. Мам, ну что, первые что ли? Да. Да, за гору цепляется туман. Мам, что в Африке? Виднеется Катунь. Там Африка. Ты такой хотел увидеть, да? Сверху Африка. Дарим все Африку сверху. Почему? Африку. Когда мы в этом в ЮАР, когда полетим, обязательно увидим сверху. Поломалось чуть-чуть деревце. Нет, оно не чуть-чуть. Оно не чуть-чуть поломало. Безопасность окружающего мира зависит от каждого из нас. Вот это, мне кажется, самое высокое место. Вот, уважаемые пассажиры, горнолыжный комплекс «Манжурок» предлагает вам проживание в нашем гостиничном комплексе. Это комфортное размещение по разумному... Класс люкс от $200 или евро. Чего эта штука такая медленная? Мама, почему эта штука такая медленная? Да, это красота. Когда сверху на горы ты смотришь, Доня, да? Почему, мама? Почему? Почему, мам? Что, почему? Почему быстрее нельзя? Потому что если будешь ветер дуть, тогда будет сильно раскачиваться. Манжурок. Просим бережно относиться к окружающей вас природе. Напоминаем, что сбор растений, занесенных в Красную книгу, является административным правонарушением. Размер штрафа составляет 3000 рублей. Не подвергайте себя штрафу. Не уносите красоту с собой. Просто сфотографируйте. Музыкальные тетеньки с дяденьками. Турецких. Пор манжурокских уж тогда. Манжурокских турков. Ой, красиво-то здесь, как хорошо. Сейчас спустимся и полежим. Просто не первый раз уже знает все нюансы. Веселый, озорной русский смешок. Вот это вот зонтики белые. Красота. А вот это у нас впереди озеро Манжурок, про которое пел известный африканский певец Эдит Пьех. Простите меня всех, кого задел африканскими певцами. Тема такая. Мы поедем в ЮАР. Там сейчас белых ущемляют. Сначала негров ущемляли, теперь... О, извините, афроамериканцев. А, пардон, это не то. Афро-южноафриканцев, вот так вот. Как же. Политкорректнее выразиться про коренных жителей этого континента. Вау. Господа, извините за трос, из-за которой перекрывают этот замечательный вид, но без них бы, к сожалению, не было бы замечательного вида. Тросы, матросы. Тросы, матросы. А вниз ведет дорожка. 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 Вот до туда она ведет. Да, да, да. Или бутылка согревайка, да? Хорошо. Там
комментаторов. Дарина, Дарин, давай-ка ты не будешь видеозапись нам своими радостными музыкальными сопровождениями. Вместе с мамой. Молодцы. Девчонки. Дарин, я тоже в колпаке. Однако холодновато здесь уже. А я ничего не думаю, чё, почему они все в шарфах, в пледах спускаются. Разгадана секрет, загадка это, этого подъемника. Вон оно что, Михалыч. А вот когда это? Я помню, первый раз. Попробуем вот следящую фокусировку. Ровные геометрические, да. Расчерченные вот эти вот прямоугольнички, четкие, которые вот характерны. Западные. А да, на Европу интересно летишь, так сказать, квадратиками такими. У нас как бы воды тоже квадратиками, но хаотичными. Порой иногда очень. Ой, спасибо за этот прекрасный вид, товарищ, который управляет подъемником. Кстати, закончился этот холодный. Но он специально, кстати, включил, чтобы нам перестало дуть. Выключил. На самой высокой точке, главное, нас остановило. Да. Помню, красиво, как здесь. А. Давайте манжурок еще. Дарина, попрошу оптимистические заявления ваши высказывать внизу. Нет, а то мы все утонем, то веревка порвется. Вот садимся, она кричит. Сейчас все утонем. Мы же утонем, что я все знаю. Ну да, ну Дарина вот с этим своим «мы все утонем» это вообще пять было. Твердое. Длина озера 450 метров на 700. 450 это, видимо, вот так, а 700 это, видимо, да. Все поняли. А что если сейчас на сучке дойдет? Так. Фотосессия озера. Потом еще остановлю. Но я хочу остановить спускай. Вон там осталось чуть-чуть, но смотри, ты же видишь, где я там вдалеке. Ну а я хочу остановиться. А я хочу остановиться на берегу. А чё? Кто-то заводится. Да нет, это взрослый, Дарин, дети так не балуются. Это орел следующий наш. Ой, тут сосенки, вон, смотрите, какие красивые. Проезжают сбоку от нас. Дарин, тебе поставить челимчик? Тебе понравится челимчик? Да. Да, но сейчас поставим, вниз приедем. Чим-челим. Ты что, пошутил? Ну, типа того. Ты Илюшка, наверное, что ли? Кстати, поставь мне такой. Кто там заводится, а? Березу достал. Кто там заводится? Что за мотоцикл? Папа Дима достал до березки. Спасибо. Пожалуйста. Я здесь спускают. Мне даже смотреть туда сразу не дурно, сразу мысли, что это. Мам, почему мы видим целый город? С высоты, Дунька. Это, наверное, поселок все-таки, Дачунь. Что? Поселок это. Хотя с утра я его назвал деревней. Наша ситуация это уже. Какая разница? Деревня, поселок. Это манжурок. А он мосток, смотри, дочек. Он мосток, мосток. Куда он только ведет этот мосток? А как жители манжурока смогли собрать спонсорскую помощь для Дики и Пехи, что она спела про них, про озеро? Они челимами рассчитывались?
Или чем? Вы не знаете? Я думаю, что в то время, наверное, слово спонсор вообще они не знали. То есть все-таки чилимами версия подтвердилась моя. А сама Эдита Пехасис никогда не была. Вот так вот даже. Слово похоже на французское манжерок. Манжерок. Наверное, ее привезли. А сама она никогда не была. Расскажи-ка мне, дружок. Честно говоря, непонятно, про кого пели эту песню. Ну, в смысле, понятно, что про озеро, непонятно почему. А до этих, Дарина, извини, уже не достану. Она кто, поляк? Она кто она? Она француженка. Она француженка? Эдита Пьеха француженка? А я думал, что она где-то с Литвы. Я думал, она с Литвы где-нибудь. Нет, она из провинции какой-то французской. Эка ее занесло-то. Ну, родители жили в Польше. А у меня тоже интересный случай был про французов. Не тех. На мойку прихожу машину отдавать, а там этот чувак как-то не очень хорошо по-русски говорит. Я говорю, ты откуда вообще? Говорит, я, говорит, с Франции. Не знаю, врал, не врал, но не русский. Вот. Оно что? Вон оно. Как вашего директора звать? Сергей Иванович? Сергей Иванович, ну. Полинка. Здравствуйте, Сергей Иванович. Он говорит, ой, Полин, как я рад тебя видеть. Ты, однако, с акцентом говоришь, Сергей Иванович. Она говорит, ну, есть ведь такое. Семейство медвежьих. Ага. Семейство медвежьих. Папа, когда как колючих слонов.